В Могилеве есть десятки компаний, которые занимаются продажей спецодежды и обуви для работы. Изучив разные предложения, я решил посетить магазин спецодежды, что на Пожарном переулке 7. Почему его? Ну, потому что здесь впечатляющий ассортимент. Более 200 позиций. О, звонок. Есть кто живой? Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Николай. У нас одежда для всех практически отраслей производства. Только так называемых летних спецкостюмов в торговом зале я насчитал 25 видов. Это хороший показатель, ведь здесь можно себе найти спецодежду по вкусу. Ну, например, сотрудник строительной компании или фермер. Это очень удобная ткань. Она идет 50 на 50. То есть, как внутри. Понять, 50 на 50? А теперь рассказываю. Значит, внутри, смотрите, она идет полностью ХБшечка. Ну да, то телу есть, приятно. Так. Телу приятно, не потеете летом и, как говорится, не холодно зимой. Не мерзнете зимой. Да. О достоинствах именно этого костюма Наталья рассказывала еще мне минут 15. К плюсам. Хороший дизайн, универсальная ткань, возможность изменять размер, большое количество всевозможных карманов и карманчиков. Я добавил бы еще один. Качество пошива. Вот, ну посмотрите, классно. Классно. А причем внутренние швы все шиты тремя швами. Тройной шов – это хорошо. Светоотражающие вставки – замечательно. А вот что касается одежды с повышенной степенью защиты. Оказалось, в магазине на Пожарном 7 есть и такая. А вот это что такое? Это специфическая, ох, скажем так. Ничего себе! Рабочая одежда, два костюма, которые предназначены для работы сварщиков. Это кожа, необработанная кожа, которая не горит. Путешествуя дальше вдоль прилавков, я обнаружил отличные жилетки с водоотталкивающим верхом и утепленные натуральные овчины. Рядом мною были замечены майки и поло из 100% хлопка, светоотражающие жилеты и... светоотражающие подтяжки. Согласитесь, название смешное, но для велосипедистов отличный вариант. Также мое внимание привлекли пару зимних комбезов. Вот эта куртка, она выдерживает 2 часа при температуре минус 60. Так что рыбакам и охотникам на заметку. А еще для меня стало открытием, как выглядит современная защитная рабочая обувь. Модный дизайн, верх – натуральная кожа, внутренняя отделка обладает противомикробными и противогрибковыми свойствами, кроссовки антистатичны, носок способен выдержать нагрузку, внимание, до 200 джоулей. Это, представьте, вам на ногу с метровой высоты падает 70 килограммов груза, а ноги в этом кроссовке хоть бы что. Кстати, еще одна особенность. Приходили наши клиенты, рассказывали, что капнуло масло, загорелось, потушили, не осталось даже капельки. В общем, такая спецобувь – отличная альтернатива некогда популярным кирзовым сапогам. Да, чуть не забыл, в магазине на Пожарном переулке 7 можно купить резиновые сапоги, внимание, с усиленным носком. Ну а на следующем стенде была представлена коллекция рабочей медицинской одежды. Есть костюмчики такие хирургические, которые уже подходят и женщинам, и мужчинам. То есть в основном это хирурги, все наши врачи-мужчины. Я вижу стоматологи. Стоматологи. У нас есть такие халат-костюмчики, которые, то есть, ну, можно сказать, вообще для всех сфер обслуживания, включая не только медицину. Замечу, эта коллекция сшита из ткани с повышенным содержанием хлопка. Ну и также помимо одежды всей рабочей, у нас присутствуют средства индивидуальной защиты. От такого изобилия у меня прям-таки зарябило в глазах. Здесь тебе и защитные наушники, и сварочные очки, и маски, респираторы, регулировочные жезлы, фонарики всех мастей, наколенники и перчатки с разными степенями защиты. А от каскетки, это бейсболка-сказка, я был вообще без ума. Одним словом, вспомнил детство. Вы знаете, я вот в магазине спецодежды ощущаю себя как в детской комнате. А знаете почему? Здесь все ярко и все надежно.
Если знай наши, полезно знать, что старейший и авторитетнейший магазин города «Центральный универмаг» презентовал Могилеву новый, масштабный и очень интересный проект в актуальном концепте дискаунтера. Давайте разбираться, что это такое и, главное, что почем. Все для дома. Совершенно говорящее название. И строго в цель. На 700 квадратов все, что нужно каждому влюбленному в свой дом хозяину. От мебели до последней прихваточки на кухне. От бытовой техники, люстр и светильников до милой душевной статуэтки на комоде. Из привлекательного весь товар презентован так, чтобы не было нужды перебирать коробки, упаковки и стопочки. Здесь все лицом и в лучшем виде. Все можно посмотреть, потрогать, подвигать и скомбинировать одно с другим. А если подключить к процессу выбора консультанта, еще и превратить шопинг в познавательный мастер-класс. Но главное, все для дома – это не просто удобный магазин. Это интернет-дискаунтер. Как это понимать? А буквально. Находим товар на сайте, забираем в магазине. Нет на сайте, а очень нужно? Находим в сети и получаем под заказ. И это не все. Каждый день в каждой группе товаров есть обязательная акция. Сегодня мы нашли минус 18% на целую кучу позиций. Одним словом, отныне «Знай наши» следит за перемещением акционных ценников по отделам. Начнем с крупногабаритного по невероятным ценам. И мы идем искать акцию. Вот она, наша акция, называется «Матрица». Матрица – тот случай, когда о цене хочется говорить сразу. Да-да, вот это она и есть. И это за большую двуспальную кровать, две прикроватные тумбы, двухсекционный платяной шкаф, комод и зеркало. Лаконичная, современная и в вариантах цвета и декоров. Есть еще одна модель матрицы, крупнее. Цена на нее чуть выше, но не принципиально для такого формата. Такая вот убедительная акция. Помня, что все для дома магазин-конструктор, соберем из акционной матрицы полный комплект. Начнем с матраса. Ну вот сейчас матрица укомплектована стандартным матрасом. Вот он. Ну, конечно же, по желанию, по выбору можно подобрать совершенно другой матрас. И они здесь тоже есть. Базовый матрас комплекта представлен в экономно-разумном варианте жодинского белсна. Пружинный, мягкий, высотой в 19 см, со съемным трикотажным чехлом на молнии. Но легко можно подогнать характеристики под себя. Здесь есть и двусторонние матрасы разной жесткости на каждой стороне, с кокосовыми прослойками, варианты зима-лето и так далее. И два слова о белье. Сейчас укомплектован сатином. Ну, понятное дело, сатин – материал по определению дорогой, поэтому и стоимость соответствующий, но всегда можно сделать дешевле. Будем делать в 3 раза дешевле. Пойдем сюда. Вот. Учимся пользоваться магазином. Вот. Вот здесь. И это умение не бесполезно. Монохромы – это сегодня и стиль, и тренд. А поплин – хороший выбор повседневного, практичного, экологичного и недорогого белья. Этот вариант тоже конструктор. Выбираем понравившийся цвет или даже цвета, обращаем внимание на стеганую новинку – это эксклюзивно для Беларуси, определяемся с нужными размерами и получаем стильное решение, бюджет в 3 раза меньше сатина. Такие вот тонкости экономии. И все это малая часть, только 2 акции текущей недели. Кстати, заказать акционные товары, не выходя из дома, можно уже сейчас по телефону. Так что успеваем сориентироваться и приобрести все максимально выгодно. Подскажем о возможности приобретения товара в беспроцентную рассрочку. Такое предложение действует при покупке от 2 миллионов рублей общего чека. Есть также кредит, доставка и много чего еще интересного. Узнаем больше на сайте дискаунтера и, само собой, на месте. В общем, захаживайте. А все акционные новости уже в следующем выпуске программы, так что не пропускайте. Находится дискаунтер «Все для дома» в Заднепровье, на бульваре Непокоренных, 26А, на 2-м этаже торгового центра «Рио». Адрес сети интернет www.discount.by.